С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Развитие межнациональных отношений в условиях Заполярья и Крайнего Севера. Этой теме посвящено заседание Международной ассамблеи столиц и крупных городов, которое началось сегодня в Нарьян-Маре. В нем принимают участие эксперты и представители городов, членов Международной ассамблеи, администрации Ненецкого округа, Нарьян-Мара, Конгресса национальных объединений России. Главная тема большой встречи – предупреждение и профилактика межнациональных конфликтов. По мнению участников международной конференции, это самая актуальная тема, которая стоит сегодня перед всей страной. Россия – многонациональное государство, где проживает порядка 220 наций и народностей. И все благополучие и развитие России и состоит в том, как эти нации будут ладить между собой, отмечает Владимир Хамерики, президент Конгресса национальных объединений России. Сегодня в России нет таких видимых и явных угроз, потому что Россия сильное государство, у нее есть ядерное оружие, она может себя защитить. Экономически тоже мы видим, насколько могущая Россия, что никакие кризисы, никакие бойкоты ее не смущают, и Россия на должном уровне. Единственная уязвимая и больная точка России – это как раз-таки межнациональные, межконфессиональные отношения. Это та бомба, если над которой не работать, наши недруги могут разжигать эти конфликты, и мы видим, что по всему миру, в принципе, они-то возникают на этой почве. Межнациональные отношения – это не только отношения мигрантов из стран ближнего зарубежья с гражданами той страны, куда они прибывают, но также это и отношения между коренными малочисленными народами и теми национальностями, которые живут на их территориях. Яркий тому пример – Ненецкий автономный округ. В субъекте численностью чуть более 40 тысяч человек одновременно проживают ненцы, русские, коми, украинцы, азербайджанцы, в общем, более 70 национальностей. Межэтнические отношения в регионе протекают в спокойном русле, во многом благодаря планомерной работе властей и общественных организаций над этим вопросом. Толерантность, уважение к другой нации – это в приоритете. Поэтому мы работаем предметно с каждой диаспорой, землячеством. Вот. При этом самое основное, наверное, это общение. Возможность рассказать о себе. Успешной практикой построения гармоничных межнациональных отношений в Ненецком округе уже заинтересовались другие регионы страны. Впрочем, ими самим есть что предложить. Конференция стала эффективной площадкой для обмена опытом. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Россияне назвали главную проблему коммунального хозяйства. Так, самой главной проблемой стала непрозрачность начисления платежей. В этом уверено большинство россиян, которые обратились с жалобами в общественные приемные ЖКХ-контроль. Проанализировав звонки и личные обращения жильцов, в первом квартале 2016 года эксперты составили рейтинг самых актуальных коммунальных вопросов. То, что россиян больше всего волнуют цифры в платежах, не новость. Именно это они назвали основной проблемой на протяжении всего прошлого года. На втором месте в рейтинге оказалось низкое качество коммунальных услуг. Но если год назад на это жаловались почти 14% россиян, то сейчас уже 17,4%. На третьем месте стоят жалобы, связанные с управлением многоквартирными домами. Они волнуют 17% обратившихся. Наиболее больные вопросы – работы по дому и общее собрание. А все потому, что институт лицензирования, действующий с мая 2015 года, пока не принес ожидаемых результатов, уверены эксперты. Далее в рейтинге идут вопросы, связанные с неудовлетворительным состоянием домов и дворов, установкой счетчиков, переселением из аварийного жилья. И самое важное, что показало это исследование, это то, что снизился накал страстей вокруг темы капитального ремонта. Жители еще 26 домов в Ненецком округе освобождены от уплаты взносов на капремонт в связи с высоким уровнем износа. Соответствующее постановление принято администрацией округа. С начала действия региональной программы капремонта в нее были включены 530 многоквартирных домов, из которых 385 домов в деревянном исполнении. По итогам корректировок 79 строений были исключены как аварийные и подлежащие сносу или с высоким уровнем износа, а также несоответствующие понятию «многоквартирный дом». По состоянию на 1 февраля текущего года на счете регионального оператора собрано более 39 миллионов рублей – средств собственников помещения. Собираемость взносов на капитальный ремонт в регионе составила порядка 89%. В ходе заседания администрации региона также был актуализирован краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов. В соответствии с изменениями до конца 2016 года необходимо отремонтировать 10 домов.
Капитальный ремонт будет осуществляться за счет средств регионального бюджета, государственной корпорации, фонд содействия реформированию ЖКХ и средств собственников помещения, тех взносов, которые аккумулируются на счете регионального оператора. Аппарат администрации региона принимает предложения от профессиональных сообществ региона по формированию порядка и условий присвоения профессиональных почетных званий Ненецкого округа. Почетные звания утверждены по 25 направлениям и будут присваиваться жителям региона за особые заслуги и высокий уровень мастерства в различных сферах трудовой деятельности. К наградам могут быть представлены оленеводы, чумработницы, врачи, строители, экологи, а также работники сферы ЖКХ, рыбного и сельского хозяйства, нефтегазодобывающей промышленности, транспорта, социальной защиты. Кроме того, будут определяться кандидаты для присуждения званий, почетный общественный деятель Ненецкого округа и заслуженный предприниматель. При разработке порядков в обязательном порядке будут учитываться степень профессионального мастерства и заслуг работников в развитии конкретной отрасли. Открытием для обсуждения остается вопрос, кем будут вноситься ходатайства о присвоении почетных званий и будут ли присвоены почетные звания НАО гражданам России, проживающим на территориях других субъектов, иностранным гражданам, лицам без гражданства. Среди прочего, вместе с общественностью разработчикам предстоит установить предельный стаж работы в соответствующей отрасли на территории округа, при наличии которого будут возможность рассматривать вопрос о присвоении профессионального почетного звания гражданину. И на этом у меня все. Увидеть новости вы можете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды.